Канье Уэста госпитализировали для психиатрического обследования. Сеть просто взорвала новость о том, что знаменитого мужа Ким Кардашьян Репера Канье Уэста госпитализировали для срочного психиатрического осмотра. Как утверждают зарубежные СМИ, обладатель более 20 наград Грэмми находился на осмотре у врача и тренера из-за нарушения спокойствия и сна, когда начал вести себя нервно и сумасбродно. Тогда присутствующие решили вызвать соответствующую службу, дабы проверить состояние здоровья Уэста. По прибытии врачебной и полицейской бригады поведение Репера стало спокойнее, но проходить обследование певец все равно наотрез отказался. Поэтому доставлять звезду в Калифорнийский медицинский центр Рональда Рейгана санитарам пришлось, прикованного наручниками к каталке. Все участники ситуации утверждают, что все было сделано исключительно ради здоровья и безопасности Кани. Звездная жена певца пока не прокомментировала причину такого его состояния. Известно только, что Ким Кардашьян немедленно вернулась в Лос-Анджелес частным рейсом из Нью-Йорка, где готовилась к гала, концерту в честь ее покойного отца Роберта Кардашьяна. Напомним, что вчера Канье Уэст отменил 21 концерт тура в поддержку своего нового альбома «Saint Pueblo» без объяснения причин. Ранее в Сан-Хосе Репер был освистан зрителями из-за поддержки Дональда Трампа и критики в сторону Джей-Зи и Бейонсе по причине их агитации за Хиллари Клинтон на выборах президента США. Как бы там ни было, мы всей редакцией желаем Канье Уэсту скорейшего выздоровления и возвращения к концертам и поклонникам.